Всем привет, дорогие зрители! Нашел квартирку под гражданство. 2+1. Просторная. В районе Махмутларь. Почти центр. С видом на море и на соседнее здание. Это у нас люкс-проект Енисей Палас. Проект, который я сейчас снимаю, был сдан 14-15 лет тому назад. Здесь огромный бассейн с горками, есть фитнес-сауна, хамам. Айдат 200 лир, наверное, будет 250. Спущусь и покажу всю территорию. Ухоженный сад, подземный проход к пляжу. Там песчаный пляж, но внутри по-любому плита. Вид на Каркаджак, тут парк. У вас вид никогда не закроется. То, что построено, уже построено. Также вид на море. Сторона юго-восточная. Вот такой огромный балкон. Первый. Можете застеклить, будет вам еще одна комната. И вид на горы, также на соседа вашего. Там сидит, чай пьет или кофе. Приятного аппетита ему. Отсюда идем в квартиру. Квартира очень хорошая. Смотрите дальше. Мебель. Дерево. Вытяжка. Бытовая техника фирмы Кумтел. Посудомойка фирмы БК. Гранит. Холодильник БК. Свет не включили. Так, там LED освещение по краям. Он вот открыл. Кондиционер какой-то, фирму не вижу, покрасили я. Вот, гостиная комната. Здесь как минимум 25-27 квадратных метров чистых. Ламинат. Прихожая большая. Входите из двери. Здесь шкаф встроенный. В этой стороне санузел. Нет, просто кладовка. Стиральная машинка Бека. Проточный водонагреватель Siemens. Кто-то звонит. Так, большая прихожая. Здесь первый санузел. Большой. Душевая кабинка большая, не маленькая. Так. Здесь спальня. Квадратных метров здесь как минимум 11 или 10,5. Вид также на море отсюда и на тот парк. Тут у нас хозяйская спальня, как минимум 18 квадратных метров. Это второй санузел, тоже душевая кабинка большая. И второй балкон. Восточная, южная сторона. Вот вид. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 213 500 евро. Есть маленький торг. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик, ставим лайки, комментируем. Этаж этой квартиры 6. Я спускаюсь вниз. Так, на этаже у нас 1, 2, 3 квартиры. 2 лифта.
два лифта, вместимость 2-3 человека. Так, здесь у нас есть пандус и 8 ступенек. Внизу сауна. Вот написано фитнес-сауна. Так, входим сюда. Здесь у нас фитнес. Тут душевая кабинка. Одна сауна и также вторая еще есть. Одна сауна. А как это включает его? И также вторая сауна. Все, сейчас пойду покажу вам двор. Итак, выходим из здания. В этой стороне теннисный корт. Парковочные места для велосипедов. Интернациональный проект. В основном живут европейцы. В этой стороне. Ну, зона беседки, та сторона. Видеонаблюдение, все есть. Посмотрим, что еще. Детская игровая площадка. В этом здании что-то должно быть. Глянь. Ничего нет. И вот открытый бассейн огромный. Ухоженный сад. Также выход отсюда на улицу Барбаросса. Дорогие зрители, звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Цена квартиры 213 500 евро. И, как сказал, есть маленький торг. Айдат 200 лир, возможно, будет 250 лир. Все, с вами был Агасий, Солнечный Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.